Если они откажутся, вот, допустим, от этой квартиры, они свое право на получение в дальнейшем. Ну, во-первых, давайте подождем, пока квартира будет доделана, и посмотрим все нюансы. Если она будет соответствовать всем требованиям, которые установлены законом, то, в принципе, ничего не мешает им вселиться в эту квартиру и реализовать свое право. Оснований, как таковых, пока предъявлять претензии к администрации нет. То есть, по требованиям к жилью мы еще раз готовый финальный вариант проверим. Если оно будет соответствовать всем требованиям, место расположения, ну, в принципе, не влияет на право. Ачинский район – это черта муниципального образования, благоустроенное жилое помещение. Конечно, гражданин может отказаться, это его право.